Али, он казах, последние дни просто герой в Корее. Он на самом деле был нелегальным работником. Но сейчас в Корее его очень ценят. Корейский народ собирались через интернет ему давать корейское гражданство. Салим Сизме, Бензин Атом, Айжан. Айжан тут. Сегодняшнее видео это, что в корейских сайтах пишет о Казахстане. Я очень обожаю Бешперма и Казахстан. Я уже была больше 3 раз, и мне очень понравилось. Даже воздух, горы чистые. Вот, тогда поехали. Вот, давайте напишем Казахстан. А тут показывая Казахстан, столица это Нур-Султан. И они разговаривают на казахском языке и на русском языке. Население это 64-м месте в мире. Территория это 9-м месте в мире. И там мусульманки, православные и так далее. Когда я написала Казахстан, то сразу показывает Казахстан Али. Али, я тоже знаю эту историю. Все корейцы знают эту историю. Али, он казах, но последние дни просто герой в Корее. Он на самом деле был нелегальным работником. Но сейчас в Корее его очень ценим. Мы очень благодарны. Али, он просто герой в Корее. А давайте я расскажу, что он делал последние дни в Корее. Интернет을 뜨겁게 달구고 있습니다. 불법 체류자 신분인데. В Корее, в городе Яньян, был очень большой пожар в одном здании. Это был большой пожар, и все были в шоке. И Али, он из Казахстана, казах, ему 28 лет. И он увидел, что в его квартире пожар, большой пожар. И там много людей жили. Он сразу кричал, «Пурья! Пурья! Пожар! Пожар!» Хотя он не хорошо говорит на корейском. И люди сразу заметили, что пожар, некоторые уже убежали. Но когда он стучал в двери, некоторые не отвечали, поэтому он поднялся через окно и открыл двери. И там была девушка-кореянка, и когда он спас эту девушку, он получил серьезный ожог тут руку. И в конце концов он спас 10 корейцев. 보통 내 몸 하나 도망 나오기도 벅찰 건데 다 다니면서 깨워서 이렇게 구조했다는 건 정말 대단한 것 같아요. 저라면 아마 못했을 것 같은데. 시상은 거기서 안에 있는 사람이 어떻게 하고 있어 저. 그분이 우리 아저씨 너를 많이 구출을 해냈기 때문에 인사사고는 더 많이 안 났다고. 아이고 우리는 저 젊은 사람 아니면 죽었어 죽었어 그렇게. 난리 났었거든요. 다 감사합니다요. 너무 추워. 온 가버리스도 работал в Инчоне нелегально. И он знал, если корейские полицейские найдут его, тогда его депортируют. Но он сказал так: жизнь человека, спасение человека важнее, чем его работа, его денег. Как только он увидел пожар, он не думал об ничем, просто думал, как спасать человека. Поэтому корейский народ, корейские люди, мы собирались через интернет ему давать корейское гражданство. Корейский народ, мы сами попросили от корейского государства. И он получил корейское жительство. Али, я тоже очень-очень благодарю. Я тоже посмотрела ваши новости. Вы очень большой молодец. Вы Корея герой. Давайте тогда второе место. Это казахстанская девушка. Корейцы, ну тут очень интересуются казахстанской девушкой. Самая красивая казахстанская девочка. Ну она реально кукла просто. Очень красивая она. Почему она так выглядит, так мило? Алтын Ай. В Корее тоже ее фото много показывали, так она реально как кукла выглядит. Давайте тогда посмотрим, какие вопросы корейцы задают о казахстанской девушке. Казахстан крыкнашигару. Что это значит? Один корейец задал такой вопрос. Вот тут ответ. После того, как ребенок родился, и потом через 40 дней люди показывают ребенка. И это обряд называется крыкнашигару. Ой, блин!
Серьезно? Они собирают ногти, волосы ребенка и положат в мешоке? Серьезно? Это обряд называется Крукнашигару. Это очень интересный обряд. Я даже не знала. Ах, опять гореть. Я хочу жениться на казашке. Я единственный сын, мне 29, рост 74, вес 63. Я работаю в Пуску, я очень хорошо зарабатываю, и я была в Астане из-за работы в Казахстан, и казахские девушки были просто богини. Красивее, чем корейские актрисы и выше. Я не могла с ними разговаривать из-за работы, но я не могу забывать. Я в любом случае хочу жениться на казашке. Я готов все отдавать и делать семью. Напишите, пожалуйста, мне, если у вас есть опыт с вас казашкой. Ну, видимо, он сильно влюбился, хотя он был из-за работы, Казахстан, ну, такой, да. И ответ тоже очень смешный. Тогда сначала вам нужно летать в Казахстан. Надеюсь, что вы обязательно женитесь на казашке. Вот еще вопрос. Почему женские казахские имя есть гуль? А что значит гуль? На самом деле на корейском гуль это значит устриц. Я очень обожаю устриц. Это гуль. Тут значит гуль. Это значит цветочек. Один корейец очень умно ответил. Тут еще вопрос. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия. Почему в этих странах женщин больше, чем мужчин? У нас в Корее всегда мужчин больше, чем женщин. Я не знаю почему. Давайте тогда посмотрим, что в корейских новостях пишут о Казахстане. Это для меня шокированная история. Один казах мужчина, он женился на кукле. Интересно, что сказать. Его друзья тоже хорошо отметили, но вы сейчас в корейских новостях. Поздравляю. Еще Казахстан Тангун. Откуда вы знаете Тангун? Тангун? Это же наш родоначальник корейского народа и правитель. Основавший государство Пудосон, согласно мифу, Тангун родился от Хан-Унга, спустившегося вниз и медведи, превратившийся в женщину. Очень сложно говорить. Говорят, что в Казахстане есть то же самое легенда. Это я не знала. Казахстан Тангун Донжан, монетка Тангун. В 2016 году в Казахстане сделал специальная монетка Тангун. И это возможно купить в интернете. Это реально есть. Сейчас очень трудно купить через интернет. Оригинально стоит 3 или 4 доллара, а сейчас где-то 80 или 90 долларов стоит. Ого! Тут на корейском написано Тангунчон, а сзади это казахский флаг, да? Очень интересно. А люди в шоке, о, в Казахстане тоже верят Тангун, тогда казахи тоже наш народ тут разговаривают. Вот это было, что в корейском сайте пишут о Казахстане. На самом деле Казахстан для меня очень много значит. Почему я поставила байтерек тут? Когда я сделала встречу с подписчиками в Казахстане, один мальчик пришел и он сел в первом ряде. Оказывается, у него есть проблема в глазе, поэтому он не хорошо видел. И он сказал так: «Кёнга, я тебя не могу видеть, но я каждый день слушаю твой голос. И это очень приятно, энергично, и ты мотивируешь». И он решил первый раз в жизни что-то делать. И хотя он не хорошо видит, он делал марафон, бегал. И полностью бегал и получил такой приз. И он на встрече это подарил мне. Для меня это очень ценная штука, поэтому я до сих пор положу в самом центре моего дома. И каждый раз, когда мне грустно или что-то падает мотивация, я смотрю это байтерек и еще раз думаю. Многие люди видят и поддерживают меня, поэтому нужно больше хорошо делать. Вот. Я очень скучаю по Казахстане и
До встречи! Надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. Люблю вас! Аня!